Хей, hey, с вами Шмик, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Hedgehog 2, и это у нас зона вверх-вверх, если я не ошибся. Так, она тут. Ну, снова, ну, забейте. Ух, черт. Этот враг, с одной стороны... О, а если бы я полетел, я бы полетел. Спасибо. Тут-тут-тут. Да ну нафиг. Ну хоть сломал. Надеюсь, оно того стоило. Только две монеты. Ну ладно, теперь 7 монет. Плюс бессмертка. Мне это не нравится. Ту-т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 у
Гуд. Прошел. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вверх-вверх называется акт. Вверх. А, вверх холма. Игра на самом деле недолгая. И мы это все сами видим. Хоть одну монетку надо. А, он мне этот собрал монетки еще. Спасибо ему. Тейлз! Вспомнил! Его зовут Тейлз! О, этот был враг. Помните у нас в этом... В первой части, да? Только он иначе выглядел. Он не огни пускал, а просто шары. Так, одна... Я завтыкал. Плевать. Бац. Я не виноват. Я на другой сейф перешел. Я думаю, что за бред? А так бы на шипы. Тык-тык-тык. Надо было просто вниз прыгнуть.
Да, вниз бы просто прыгнул, да и все. О! Бонусный уровень, ничего себе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Соберите 40 колец. Я оставил сюда, быстрее. Ой, ой, тихо, я думал, я из этого. Нужно не забывать, что я за Соника играю. Ну да, в этом, в принципе, тоже взяли эту систему. Sonic Mania. Там же такие же бонусные были. Все. Плюс камень. Сила, которая мне, в принципе, не нужен. Потому что я их не буду собирать. Ну, это типа эти, хаоса. Изумруды хаоса. Хе-хе-хе. Стоп, у меня монет нет? В смысле? Без монет мы никуда не пойдем. Почему ты упал? Что нет? Подожди, подожди, я принцип понял босса. Все. Все? Я, ребят, специально это еще сделаю для себя, чтобы запечатлеть, как выглядит враг, если он вылазит. Все, спасибо, я понял. Ну что, в принципе, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.